Отныне 4 декабря для 89 мальчишек и девчонок один из самых важных дней в их жизни. Церемония посвящения прошла в концертном зале Дворца искусств. Вот-вот и наступит то самое время – посвящение в кадеты. Клятва – старт взрослой жизни. Воспитывать в себе мужество, благородство и достоинство. Готовность всегда и бескорыстно прийти на помощь нуждающимся в ней людям. На сцене учащиеся 10 классов. В одном ряду сразу 4 школы. 21, 27, 28, 31. Ребята получают образование по направлениям МЧС, Следственного комитета, а также военно-патриотической и правовой направленностей. Ребята определились с будущей профессией, и теперь им остается идти к своей цели. Следом за принесением клятвы еще один важный ритуал. Вручение удостоверений на право ношения формы. Старшие товарищи вручают документы. С этого момента они не просто школьники, а учащиеся военно-патриотических классов. Да, какие у тебя вот эмоции после вручения уже вам удостоверения, или как правильно сказать? Радость. Можно немножко выдохнуть, расслабиться, все спокойнее теперь. Очень волнительно, конечно же. Также гордость есть какая-то, потому что мы ступили на дорогу таких хороших профессий, которые всегда везде нужны. Кем в будущем стать хочешь? Тоже поступить на криминалиста и уже идти дальше по этой профессии. Среди гостей церемонии не только родители ребят, но и руководство города, которое не скрывает. Мероприятие важное и нужное. Безусловно, город Бобруйск гордится этими ребятами. Настоящие патриоты города Бобруйска и Республики Беларусь. Пожимаем руку, чувствовалось то волнение, потому что это для них праздник, это для них определенный шаг в новое будущее, где они себя будут проявлять как патриоты, как профессионалы, как будущие профессионалы своего дела, которое вот выбрали в данный момент. Коллективы города тоже подготовили подарки для учащихся и гостей праздника, песни, танцы, но и ребята не остались в стороне. Плацконцерт – фишка этой церемонии. И пусть где-то не в ногу, где-то не вовремя повернулись, неважно, главное – они вместе в одном строю. Высокий пульс мероприятию придало и присутствие заслуженных военных представителей Бобруйска. Напутствие от генерала. Слова, которые ребята должны запомнить на всю жизнь. Учитесь и очень анализируйте обстановку. Нельзя хаять то, что сделали наши прадеды и деды. Их надо восхвалять, потому что была сложнейшая ситуация. И гражданской войны, и Великой Отечественной войны, в которой наше старое поколение вышли победителями, и они создали все условия для вашей жизни. Церемония посвящения позади, а впереди у них еще целая жизнь. И они точно знают, какой она будет. Молодая гвардия – будущее нашей страны. Сегодня они сделали первый шаг к своей мечте, к своей будущей профессии. Патриотизм и любовь к родине – теперь их жизненная кредо. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.